Події, які відбуваються в Україні, щодня дивують народ. І те, що ми вже з усмішкою на вустах це все сприймаємо, це навіть і не дивно. Я, Юлія Гончар, вас вітаю. До нашої студії завітав політичний аналітик Олег Пастернак. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, за останні за минулий тиждень, те, що відбулося у Раді з паном Яценюком, як взагалі можна було таке допустити, або як розцінювати таку ситуацію? Ну, понимаете, что, собственно, вся политическая коммуникация в Украине, она заточена под определенные цели. И уже как 2-3 месяца против правительства Яценюка шла интенсивная информатака. Задача была понятна в условиях низкого рейтинга одной из правящих партий, Народный фронт, личного рейтинга Яценюка, довести, скажем так, электорат до понимания того, что Яценюк должен уйти в отставку. И апофеозом этой атаки стал инцидент с Барной и с Яценюком. Ну, собственно, поведение Арсения Петровича во всем этом инциденте вызывает горькую улыбку, вызывает порой и отвращение. Почему? Потому что необходимо было поставить Яценюка в такое неудобное положение, после которого его нахождение на посту премьер-министра становится бессмысленным. И унизив его, прежде всего, как фигуру премьер-министра, да, как личность, да, безусловно, и на нем был нанесен огромный репутационный удар. Единственное, что это вызвало также неудобство для самого президента, потому что ему представитель его фракции был инициатором этого скандала, и ему пришлось оправдываться и лишний раз демонстрировать лояльность к премьер-министру. Но мы должны понимать, что для президента Яценюк очень выгоден сейчас. Почему? Потому что пока есть Яценюк, есть магнит, который притягивает весь негатив общественного мнения на себя. И лишившись этого негатива, президент вынужден будет взять ответственность исключительно сам на себя. Ему это невыгодно в существующей системе и в существующем, скажем так, электоральной ситуации. Ну, в будь-якому випадку ми розуміємо, що це вже знаходження пана Арсенія на своїй посаді прем'єр-міністра, це просто вже до абсурду доходить. Тому що вже всі довго очікували, що він має гідно піти, але він тримається за своє крісло, так тримається, навіть коаліція так не трималася, як він. У Яценюка нет дороги другої, як не бути прем'єр-міністром. Потому что в оппозицию, если он даже и пойдет к президенту, к правящей коалиции, его уже не будут воспринимать. То есть это какой-то потенциал, который он уже исчерпал. Как оппозиционер, как представитель правосной власти и так далее, правосного большинства. И говорить сегодня о каких-то перспективах его вне этой должности, к сожалению, сегодня нет смысла. Ну, тоді дивіться, про переформатування уряду ми можемо говорити лише в 2016 році, коли мають все ж таки більшість експертів і ваших колег стверджують, що мають бути парламентські вибори. Переформатирование правительства, оно должно идти двумя путями. Две главные идеи. Первая идея – это необходимо осуществить ротацию части министров сейчас. Это министр экологии, которого нет, министр здравоохранения, заявление, которое было написано летом, до сих пор Верховная Рада не может его рассмотреть. Это, возможно, те министры, которых Яценюк анонсировал месяц тому назад, и об этом все благополучно забыли. И второе – это полная замена правительства. Возможно, изменение конфигурации коалиции, изменение соотношения внутри коалиции. Большое заблуждение состоит в том, что все думают, что вся фракция Народного фронта будет отстаивать Яценюка. Это не так. В самой фракции Народного фронта есть определенные группы, которым Яценюк уже давно надоел. И необходимость, скажем так, и участвовать в процессе переформатирования коалиции и правительства, она у них также актуальна, как и для фракции самопомощи, Батьківщини, которые больше всего сегодня, наверное, заинтересованы в этом. Лишний раз нанести удар по коалиции и доказать неспособность Порошенко и Яценюка править страной и тому подобное. И в таких условиях президенту очень сложно. Для того, чтобы определиться с будущим премьер-министром,
А называются кандидатуры две основные. Это Александр Валентинович Турчинов, глава СНБО, представитель фракции Народного фронта партии. И тот же Михаил Саакашвили, одесский губернатор, который имеет такой импозантный имидж, немного даже взрывного, калерического такого темперамента. Справжний грузин, так? Да, что, собственно, немного отталкивает, с одной стороны, притягивает часть электората, которая очень уязвима к эмоциональному напряжению, а с другой стороны, отталкивает, потому что на посту премьер-министра нужна слаженная, посильная работа и так далее и тому подобное. И В таких условиях президенту, конечно же, выбор будет сделать непросто. И в других координатах, да, другой кандидатуры сегодня у него нет. От ми почали з вами говорити про переформатування. Ви сказали, що немає міністра екології, немає всього. Але якщо загалом говорити і про це переформатування, що спочатку має бути? Це, звичайно, корупція, яку потрібно подолати. Всі говорять, що такої корумпованої країни взагалі в світі не існує, як наша, стосовно саме влади. Антикорупційне бюро. Воно створене, воно є. Ми не бачимо, щоб воно запрацювало. Ми не можемо вже навіть перестали говорити про те, чи працює воно, там якісь посади, і ніхто вже не називає. Навіщо воно було створено? Просто так, щоб дати людям посади, і вони отримували гроші? Чи як? Я навіть добавлю, не тільки одне антикорупційне бюро було створено, а були створені ще антикорупційна прокуратура і ціле національне агентство по предотвращению корупції. Тобто всього три структури, которые должны работать в этом направлении. Ни одна из этих институций не начнет работать, пока не будет изменено фундаментально законодательство о правосудии в Украине. Закон о судоустройстве, осуществлена реформа правосудия, внесены изменения в Конституцию, как это третий пакет конституционных изменений предусматривает. И без изменения законодательства, без содержательной части, без усиления ответственности за коррупционные деяния, без отлаживания четких законодательных, процессуальных механизмов, притянет антикоррупционный прокурор сегодня какого-то из чиновников к ответственности. Суд его отпустит на поруки, за залог и так далее. Этот человек исчезает, как это было, например, с ректором налоговой академии. Так. Да, и не только. И дела по Клюеву, и по Ефремову, которая, по сути, развалила прокуратуру, потому что не способна была оперативно выдвинуть обвинения и так далее и тому подобное. И все эти тонкости, они же фиксируются процессуальным законодательством, уголовным процессом, административным процессуальным и так далее. И без изменения этого законодательства, без масштабной, грамотной, выписанной четко процедуры привлечения к ответственности, грошей цена всем этим институциям и декорациям перед Западом. Ну, тоді можна зробити висновок, що президент не може дозволити незалежну антикорупційну прокуратуру. Ну, понимаете, что это один из механизмов, который позволяет ему контролировать политическое пространство. Это потрясающий механизм. То есть, с одной стороны, увеличивает уровень договороспособности той стороны, которая может быть привлечена. Но, с другой стороны, позволяет ему, как главному антикоррупционеру, да, выступить с флагом, на амбразуру, вперед, в борьбу и так далее и тому подобное. Ну, ефективність поки ми бачимо, к сожалению, крайне низько. Ну, ми не бачимо взагалі ефективності. Ви сказали стосовно, що дуже багато цих механізмів, а в цих механізмах ми ще можемо дуже багато гвинтиків, так, знайти, які ці гвинтики потрібно хоча б прокручувати в правильному напрямку. У нас цього не відбувається. Ми хочемо, ми, народ, українці, хочуть змін, хочуть побачити ці зміни. Влада цього не може надати. Це показано і реформами, які не відбуваються, і законопроекти, які лише прописуються, але потім на голосуванні вони на нівець ідуть, тому що щось не так, треба доробити, треба дописати. Як бути, як людям сприймати це все? Когда осуществлялась революция достоинства, у людей опять возникла иллюзия того, что придет новая власть, которая сможет решить все ее вопросы.
Еще тогда, 2 года тому назад, очень много звучало мнений, очень оперативных, интересных мнений о том, что не нужно уповать на новую политическую элиту, которая исторически, финансово, материально связана с старой прогнившей коррумпированной элитой. Она, по сути, воспроизводит все те процессы, которые были и раньше, новая политическая верхушка. Что необходимо? Необходимо, чтобы общество пришло к такому уровню осознания своей ответственности за судьбу страны и народа, чтобы институализировать и создавать самостоятельные структуры и добиваться нужного определения того направления государственной политики, которое выгодно прежде всего общественности. Этого не произошло. Не было создано мощное гражданское общество. Не сделана работа над ошибками, потому что к новой власти, новая власть воспринималась как манна небесная, как Ющенко номер 2, но уже более модернизированный. Две ситуации после первого Майдана 2004 года и после 13-14 года второго. Один и тот же результат. Ну, правда, после революции достоинства все-таки определенные достижения есть. В принципе, и после 2004 года много было сделано, но просто сейчас только мы это видим. И можем сказать спасибо Виктору Андреевичу Ющенко за то, что он, скажем, привнес в украинскую политику много украинских этнических мотивов, которые сейчас позволили нам относительно сохранить государственную целостность в масштабах материковой страны по максимуму. Не без политики Ющенко мы бы, наверное, сейчас войну имели бы, линию фронта имели бы по линии Одесса, Запорожья, Херсон. Но это общая характеристика. То есть только со временем мы можем понять глубину всех тех процессов, которые происходят сейчас. Однако к Порошенко, к Яценюку и всей правящей коалиции сегодня больше от нее больше ожиданий, к ней больше требований, потому что история и направление политических процессов, оно идет гораздо сильнее, гораздо выше, гораздо скоростнее. И, соответственно, это требует от них максимальной отдачи. Если президент, который курирует вопросы внешней политики, безопасности, и там есть успехи, то в процессах экономического, да, валютного, финансового, кредитного рейтинга Украины, ситуация с бюджетом – это колоссальный провал. У нас уже осталось полмесяца, а у нас не принят государственный бюджет. У нас осталось полмесяца до Нового года, а у нас не осуществлена налоговая реформа. Чтобы вы понимали, налоговый кодекс – это один из базовых документов, на которых строится вся финансовая конституция страны. И это огромнейший вопрос вообще ко всему составу правительства ныне. І що ми тоді входимо в 2016 рік? Те, що хочуть податковий оцей процес, якраз коли підприємці сподівалися, що все ж таки менше буде, а тут на 2% хочуть, 2% – це взагалі нонсенс. Знаєте, навіть депутати не розуміють суть дискусії по налоговій реформі. Дуже мало хто знає, що є два проєкти. Є проєкт правительства, є проєкт Южаніної, комітету парламентського по вопросам налоговой реформы. МВФ и правительство протягивает, конечно же, свой проект, потому что он согласован и так далее. Но это драконовский проект во многом для предпринимателей, это правда. Проект Южанина, он более либеральный, но он неприемлемый для МВФ. То есть это патовая ситуация. Зачем затягивается и почему принимается все под новогоднюю елочку? Для того, чтобы сделать это быстро, без вычисления деталей, без внимательного изучения и без, скажем так, вдумчивой дискуссии. Опять за один день протащить методом голосования самого оперативного и, собственно, сделать вывод, что вот правительство бюджет подготовило, приняли, все т.д. и т.п. А когда начинаем разбираться, когда начинаем применять эти нормы в реальный процесс, то мы получаем опять коллапс, как было несколько раз уже в истории нашей, финансовой истории нашей страны. Знаєте, це дещо нагадує фільм «День сурка». Я гадаю, я зараз, якщо пригадати початок 2015 року, коли від України США, Європа хотіла побачити якісь реформи, надало нам транш грошовий, відбувається все те саме. Реформ немає,
гроші, і наша влада, мабуть, сподівається на те, що знову гроші нам дадуть. Отак, як манна небесна посипляться з неба. Ми нічого не будемо робити, а нам гроші будуть надходити. Але все ж таки, терпіння увірветься в один момент. Знаєте, деньги нам давали не для реформи. Хоча об этом могли они, конечно, сказать, что деньги являются средством обеспечения реформ. Я маю на увазі, що від нас вимагали, хотіли, щоб щось робили. На самом деле, деньги и та международная финансовая помощь, которая предоставлялась Украине, это гарантия геополитического влияния этих структур, то есть западных структур на Украину. Сейчас Украина сделала свой выбор в сторону Запада. Необходимо этот выбор было закрепить и удержать. Собственно, международная финансовая помощь и осуществлялась для этого. Параллельно, конечно же, ставился вопрос реформирования, потому что тут реформирование связано тесно с ассоциацией Евросоюза, с ЕС, которая вступает в силу с 1 января 2016 года. И это связано прежде всего с колоссальным изменением геополитической обстановки, потому что Россия приобретает все большую весомую роль в региональной системе безопасности своим влиянием в Сирии. Она расширяет свое присутствие, она усиливает игру и так далее и тому подобное. И в таких условиях, конечно же, нужно поддерживать Украину по максимуму. Собственно, этим занимается США, и, собственно, для этого был еще один визит, четвертый уже визит вице-президента США Джозефа Байдена в нашу страну, которому, по сути, четко дал отмашку. Важно, чтобы выборы не проходили, важно, чтобы относительная стабильность сохранялась. Судьбу премьер-министра решайте самостоятельно. Собственно, такой лейтмотив был визита. Як можна тоді сприйняти те, що Байден приїхав, називається, що ми настільки вже пішли вниз, що ми не можемо розібратися зі своєю політикою, зі своєю ситуацією в країні, а нам потрібно заохочувати інших представників? Задача Америки не стільки контролювати Україну і не стільки направляти її на путь реформ, скільки створювати центри противовесів, чтобы у нынешней власти не возникло искушения максимально, скажем так, повышать собственные силовые способы влияния на власть и так далее и тому подобное. И для Байдена визит в Украину был своеобразным таким тест-драйвом протестировать ситуацию в стране, протестировать взаимоотношения в коалиции, дать понять мировой общественности, что Украина является в приоритете американской внешней политики и так далее. И, собственно, эта миссия им была выполнена блестяще. Что касается Украины, то если возникает вопрос, что наша страна является оперативной зоной сферы интересов США, это и так, и не совсем так. Вспоминая, как раньше вел себя Путин по отношению к Януковичу, когда приезжал там год 3-4, провернем назад, точно такая же ситуация. То есть в мире есть какие-то сильные державы. Есть страна, Украина, которая пытается войти в европейский клуб, пытается играть ключевую роль в системе региональной безопасности и которая пытается справиться с вызовами потери территориального суверенитета и экономическим коллапсом. И самостоятельно мы, увы, все эти задачи не способны решить. Собственно, использование внешнего фактора для решения внутренних и не только внутренних проблем совершенно оправданно и объективно с точки зрения развития нашей страны. Но с точки зрения, как это подается народу, как это подается общественности, то наверняка я могу сказать, что многим это уже не нравится. То есть Украина либо российская колония, либо американская колония. Это ставится как, знаете, как некий антоним. И, собственно, опять мы возвращаемся к дискуссии выбора пути развития страны. То есть эту центрофугу просто разбирают по частинам. Правильно. И не зря же Виктор Федорович Янукович как раз в этот момент и заявил, что он собирается вернуться в большую политику. Это, кстати, все взаимосвязано. Это как бы определенная коммутация информационного пространства, где возрождается вот эта антимайданная тенденция. То есть, по сути, мы сейчас видели, большинство политических сил представлены в коалиции, это майданные партии или новые партии возникли после Майдана. То есть дискуссии как таковой, той ключевой, которая была до 2014 года, ее нет. И необходимость воссоздания, уже, может быть, даже не
как ОПОБЛОК, а как некое что-то большое, бывшие коммунисты, они тоже хотят вернуться в украинскую политику. Очень много вот этих контрреволюционных, назовем, сегментов в политическом пространстве Украины, оно желает вернуться в политическое пространство Украины. И, собственно, для этого нынешняя власть создает все предпосылки. Добре, тоді ви також сказали стосовно нові партії, так, які війшли до уряду. Що нам потрібно зробити для того, я навіть не знаю, нам, українцям, суспільству треба якось змінитися чи що, але вже виходили на Майдан. Владу потрібно змінити. Що реально треба зробити, щоб відбулися якісь зміни? Зміни не негативні, а... Это важный, интересный, ключевой вопрос. Мы апеллируем к психологии украинского гражданина и украинского избирателя. Она очень своеобразна. Проблема украинцев состоит в том, что их ментальность, она крайне материализирована. Украинский избиратель привык видеть только, ну, в силу какой-то исторической традиции, в силу инерции советской действительности на его жизнь, он привык видеть исключительно какую-то ближнюю зону собственных интересов, которая обеспечивает ему относительный материальный комфорт. Этим украинский избиратель, этим украинский избиратель привык мыслить на протяжении последних лет. И, собственно, и новый молодой украинский избиратель, он тоже в этой системе варится. И очень, понимаете, большинство наций достигли колоссальных исторических успехов только потому, что смогли выходить, понимать больше, желать большего, думать, соображать, мыслить, вертеться в системе с требованиями, гораздо выходящими из поля их зрения. Имеется в виду прежде всего умение жертвовать чем-то, умение терпеть, умение участвовать. Да, механизм партиципаторной демократии, когда гражданин осознает себя как участник этого процесса. Майдан — это больше коллективная рефлексия процесса, нежели участие какого-то, нежели глубокого осознания. То есть человек выходил на Майдан, ему было комфортно в коллективе. Он понимал, что коллектив — это сила, и эта сила может обеспечить какой-то рывок. А когда украинский избиратель осознает, что он является активистской единицей, и он способен осуществлять эти процессы, и он непосредственно, начиная с самого себя, не дает взятки, вмешивается, активно изучает собственный опыт, опыт других людей, и строит свою личную, индивидуальную стратегию жизни, вот с того момента начнутся изменения. Пока украинский избиратель... Гражданин сидит и думает исключительно о своих материальном комфорте, никаких изменений в этой стране не будет. Бачите, це ми можемо все віднести і охарактеризувати одним лише словом, як український менталітет. Нам потрібно його змінити. Це дуже важко зробити, хоча навіть приклади Майдану показали, скільки було жертв, так, і Небесна Сотня. Всі молоді люди поклали своє життя за те, щоб відбулися якісь зміни. Ну, жахливо, правда, сприймати те, що наш менталітет не дозволяє нам, громадянам, адже я так розумію, що ми... Ми прагнемо від влади щось, щоб вона зробила, але ми маємо зробити також якийсь цей певний крок. Прежде всего, самостоятельно, як структурна єдиниця будущего, воссозданного вновь гражданського общества в Україні. Ну, це, возможно, очень теоретически звучить, но інструментами змінення сознання на самом деле являється дуже багато речей. Це і образування, и собственный опыт, и активное участие в общественных проектах, миссиях. Посмотрите, волонтерство — это как раз вот первый пример активного вмешательства общественности в сферу политики, там, где государство не смогло обеспечить. Речь идет об армии, о защите страны. И волонтерское движение, оно является вот этим альфа и омега и будущего воссозданного вновь гражданского общества. И... по аналогии с волонтерским движением, могут быть конструктивные какие-то общественные альянсы и так далее, которые способны влиять на Верховную Раду конструктивно, законно. Нынешняя Верховная Рада, она не настолько консервативна. Посмотрите, в ее составе есть очень много прогрессивных, умных, солидных, грамотных ребят, которые могут себе уже в бэкграунд записать определенные достижения. Ну, буквально за прошедший год, начиная с прошлых президентских, за прошедшие годы Верховная Рада
показала ну, неплохие изменения. Закон о полиции, закон о государственной службе, закон о восстановлении доверия к судебной системе. То есть это важные законодательные акты, которые были приняты, закон о государственном финансировании политических партий. И подводя итоги, как бы можем сказать, что интенсивность работы парламентариев, их эффективность ну, не настолько провально, как это может нам, как мы привыкли сейчас оценивать эти события. Но с другой стороны, в Верховной Раде есть колоссальное количество еще тех элементов, которые тормозят дальнейший прогресс, дальнейшее усовершенствование законодательства и так далее. И ну, посмотрим. Я не думаю, что досрочные выборы в парламент это сейчас выход. И развал коалиции это тоже выход. А еще что где выходом? Другой картинки, конфигурации парламента мы не получим, чем сейчас. Мы, скорее всего, получим примерно такую же, просто соотношение партий будет, ну, больше будет самопомощи, будет меньше там, ВВП, например. Ну, через те ваші колеги стверджують про те, що вибори мають відбуватися кожного року, що все ж таки змінилося оце зображення. Нет, український избиратель не выдержит. Это немножечко снизит, это будет удар по политическому сознанию, прежде всего, и вызовет только... абсентеизм, то есть когда избиратель не хочет принимать участие в выборах. Мы видим результаты местных выборов. Какая у нас была явка в среднем? 36-40%, а на повторных выборах мэра вообще получили 25 и 30%. И выход из этой ситуации прежде всего состоит в том, что необходимо бороться. Необходимо принимать участие в митингах, в акциях, необходимо создавать общественные структуры, новые политические силы, необходимо формулировать стратегии, формулировать программы, необходимо работать со своими соотечественниками для будущего прогресса страны. Уповать на власть, уповать на новое рекрутирование элиты бессмысленно, потому что элита формируется с учетом, с большой инерцией, негативной инерцией прошлых опытов. Собственно, нынешняя политическая элита Украины, она частично копирует поведение режима Януковича. Ну, окрім цієї еліти, має бути ще політична воля присутня, те, що ми зараз не можемо побачити. Я вам дякую, що ви до нас завітали, і також, так як часу у нас мало, я також дякую вам за те, що ви згадали про волонтерів, адже саме волонтери першими, коли розпочалася війна, і пан президент говорив, що це антитерористична операція, тепер ми справді говоримо, що це війна, саме волонтери допомагали, саме вони збирали ті кошти, і зараз про них забули. Зараз краще висміювати те, що відбувається в парламенті, те, що відбувається десь там, хтось когось облив водою, так? Але волонтерам справді також дуже велике спасибі. А я нагадую, гостем програми був політичний експерт Олег Пастернак. Залишайтеся з нами.